Несмотря на объявленную властями Армении войну авторитетом, так называемым «ворам в законе», видные представители криминального мира все же прибыли в Кавказскую республику обсудить свои дальнейшие действия. Об этом сообщается сегодня, 6 декабря. Издание утверждает, что в Армению съехалось множество воров в законе, которых встречает известный в криминальном мире Артем Арутюнян, Артем Каневский, брат покойного вора в законе Армена Арутюняна, Армена Каневского. И главной целью съезда представителей воровского мира выступает внесение изменений в свой кодекс в ответ на шаги армянского правительства. Предлагается обсудить текущие дела и, в частности, пересмотреть некоторые из своих законов, чтобы согласовать их с недавно запущенным в парламенте Армении законопроектом о борьбе с преступностью. Некоторые пункты воровского кодекса уже претерпели изменения. Например, отныне на вопрос «ты вор» не обязательно будет давать утвердительный ответ. Раньше вор в законе обязан был отвечать положительно, даже если об этом спрашивал представитель правоохранительной системы.